Судебное заседание, на котором должны были решить судьбу участка земли напротив цирка, вновь отложили. Рассмотрение иска компании «Лидер» к региональному управлению Росимущества переносит уже в третий раз. Следующее заседание состоится 20 февраля. Договор аренды на земельный участок по улице Челюскинцев истек. Росимущество отказалось его продлить. «Лидер» пытается это оспорить. Несмотря на то, что решения суда пока нет, застройщик уже поставил на участке забор и начал делать фундамент. Компания планирует построить одноэтажный павильон. Разрешение на строительство у «Лидера» есть. Выдать его муниципалитет обязал суд. Начавшееся строительство возмутило новосибирцев. В муниципалитете заявили, что отменят решение и готовы вновь судиться с застройщиком. Ранее собственникам «Лидера» предлагали другой земельный участок взамен, но ответа не последовало. Спасибо за то, что смотрите «Новосибирские новости». Если вы хотите оперативно получать информацию, подписывайтесь на наш канал. Ссылка внизу. А здесь мы разместили для вас интересное и полезное видео. Приятного просмотра!